На балансе наших коммунальных предприятий 85 убежищ, защитных укрытий. Мы не говорим о бомбоубежищах, мы говорим о защитных укрытиях. Все защитные укрытия, которые обслуживают наши коммунальные предприятия, поступила команда открыть. Открыты, более того, открыты подвалы. Более того, у нас есть карта убежищ, которую может воспользоваться каждый житель города и посмотреть ближайшее для себя укрытие. На сегодняшний день есть указатели, мы занимались этой работой на протяжении некоторого времени. На сегодняшний день есть возможность посетить любое убежище.